переселению быть. В Новоульяновске продолжается строительство жилья для переселенцев. В общей сложности необходимо расселить 21 аварийный многоквартирный дом в Новоульяновске и селе Криуши. На следующий год мы выделяем дополнительно приличные деньги на то, чтобы провести здесь большое благоустройство, чтобы все дворы были благоустроены, чтобы были и для ребятишек комфортно, и для взрослых тоже. Второе, так сказать, мы выделим там порядка там 30 с лишним, там почти под 40 миллионов рублей на дороги, на тротуары, чтобы они тоже были все хорошие. Переселенцы с нетерпением ждут сдачу нового дома в пользование и периодически осматривают ход ремонтных работ. Живу на Коммунаров 13, но жду не так продолжительное время, как, скажем, сейчас разработка переселения из аварийного ветхого жилья рассматривается. При этом мы очень благодарны региональному Сергею Ивановичу Морозову, нашему главе муниципального образования Геннадию Петровичу Зиникаеву за реализацию данной программы. Очень с нетерпением все ждем переселения. Я многодетная мама, проживаю в Коммунаров 7, дом. То есть дом у нас, так скажем, более аварийный. Мы очень рады, что мы скоро переселимся наконец-то в этот дом. Нормальные условия. Проживаем, ну, можно сказать, невыносимых условиях. То есть там все у нас уже рушится, и потолки осели, и щели. Ну, стены прям разъехались, можно сказать. По словам застройщика, дом по улице Волжская планируют сдать в срок в 2021 году и заселить 227 человек. Особенности дома – поквартирное отопление индивидуальное, скажем, газовое отопление. Дом выполнен из керамоблоков, керамических кирпичей, очень теплый, энергоэффективный. Прошли экспертизу и пошли тоже получить паспорт энергоэффективности на этот дом. По информации Министерства строительства и архитектуры, с начала 2020 года в области расселили 303 человека. Программа по переселению из аварийного и ветхого жилья продолжает работать на территории всего региона. В 2021 году к расселению в Новоульяновске планируется порядка 10 аварийных домов общей площадью 4000 квадратных метров. Антон Никонов, Артем Куранов. Новости Улправда ТВ из Новоульяновска.